Не выходи из комнаты. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотор. Потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете, стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером? Ложись спать, давай. Кать, слышишь? Спать ложись. На, Сосю, ложись. На. Все, давайте покачаю. Ой, ты котенька, котов. Так, Катенька у нас ручная, да, только на руках может спать. А в кроватке мы не можем спать. Потому что языки показываем на камеру, а в кроватке мы не можем спать. На руках еще как можем. Да? Правильно я говорю? Или нет? Кать, правильно? Давай, бери Сосю. На. Давай ложись спать. На руках нет. Пора привыкать уже в кроватке спать. Мы ж не железные с мамой, Кать. Все, давай. Закрывай глазки. Глазки будем закрывать. Дорогие зрители, помогите, пожалуйста, советом, если кто знает. Если ребенок приручился уже к рукам, как его вот отучить от рук и положить в кроватку? Нормально, чтобы он спал. Нам уже сколько? 3 месяца. 3 месяца нам. И мы и все еще спим на руках и укачиваем. Поспим 5 минут и просыпаемся. Поспим 5 минут и просыпаемся, да? А в кроватке не-не-не. Сейчас задаем вопрос маме ребенка. Вы вот смотрели в интернете, может, где-то как-то вычитывали книги какие-то. Вот как ребенка положить спать, чтобы он не на руках спал, а спал именно в кроватке. Вот какие могут быть способы? Вот. Если бы я это знал, я бы сейчас здесь не сидела. Да. Нужно найти окошко. Какое окошко? То окошко, в которое ребенок засыпать хочет сам. Ну вы погромче говорите. Нужно найти окошко. Она все равно не спит, поэтому вон, сейчас запокажу. Ты спишь или нет? Спишь или нет? Не, мы не спим. Поэтому давайте. Окошко, какое нужно найти окошко? Где сидит кошка? Да. Именно это окошко. И до дома не снимет. Короче, мы тут уже с ума сходим. А вот смотрите, нужно найти окошко, где сидит кошка. Окошко сидит у нас где? На окошке. Кошка. Кс-кс-кс. Где ты сидишь? Это у нас такой житель. Подожди, дай я тебя сфокусирую. Не тужитель. Житель, не тужитель. Кс-кс-кс-кс. Где ты тут? Я познакомлю тебя со всеми. Покажись. Эу, покажись. Стесняется камеры. Тишка, стесняется камеры. Ну, ладно, он не хочет показываться. Мне надо покраситься, я посидел. Мы это кошка уже прозевали. Знаешь, как говорят, перед мамой оно заходит. Да. Ну вот что ты читала, какие ты читала советы именно по поводу... Вот как вот ребенка положить спать? Давай, когда я научусь и укладывать спать, я тогда все советы расскажу. Хорошо.
Ну, а сейчас мы будем пытаться. Пока мы только учимся, да, трудно что-то говорить. Хорошо. Читала много, и просто мнения расходятся, и не знаешь, как себя вести правильно. Нужно просто смотреть за нашим ребенком и делать так, как считаем нужным. Ну да, я тоже так считаю. Катя, ты так не считаешь или считаешь? А ну, улыбнись. Ну, опять языки показываем, да? Просто сейчас. Давай, спи уже. Да, может, уже пришла. Катя, не уверена. Без тебя тут ничего не произойдет. Сам спи. Что, давай сам спи. Спи на кровати. А ну иди сюда. А ну иди сюда, Катя. Настя. Настя. А. Иди сюда. Сейчас, подожди. Что? Ты мне скажи. Это старшенькая дочка, да, Настя? А это младшенькая, маленькая, которую мы ложим спать, не можем... Ты в каком классе учишься? В первом. В первом, да? Тебе ж в школе нравится учиться? Угу. Давай покачаем. Ну да. Бух. Ну вот мы как Бух. Качаем, да. Может, Бух. Настя попробует ее уложить спать? Настя, ты попробуешь, может, уложить спать? А я уже ухожу давно. Она уже ушла, да. Здесь, как кто-то будет уложить спать, сразу все убегают, да? Куда? По делам каким-то. Куда посуду мыть уходить? Ну. Катюша, давай, наверное, ты все-таки сама заснешь спать, и никто тебя не будет улаживать. Давай? Договорились? Мы будем рядышком. Да, мы будем рядышком. Договорились? Что? Возмущение какое-то, да? Возмущение у нас? Да. Я вижу, что возмущаемся. О, на камеру когда? Ну, на камеру еще как разговаривать? А так вот и слова не вытянешь. Согласна? Кать, согласна? Сегодня уже 3 марта. У нас все заметает и заметает. Можно сказать, уже весна. Но такое ощущение, как будто... Декабрь месяц. Снега все больше и больше. Он даже видно, как машины. Все в снегу. Как снеговики. Вот так вот. Дорожные службы не успевают чистить снег. Вон какие сугробы прям. Можно сказать, по колено. Это так идут, наверное, в магазин. Вот такой вот походка. Вот такие вот снега у нас в Белоруссии. С булкой хлеба домой. Мы вот живем в общежитии, и вот там вот дальше немножко идет лес. Вон его видно. Там идет футбольное поле. Сейчас покажу. Вон где дальше, это футбольное поле. Вот это вот футбольное поле. Да. А дальше, с той стороны, тоже идет общежитие. Вон я покажу. Тут То есть, можно сказать, район, где размещается общежитие. Вон там то. И за тем общежитием тоже идет лес. И за лесом идет моя работа. Где я работаю на заводе. Вот так. А снег все метет и метет. А вон там магазин наш. Вон его даже видно. Это магазин, где мы постоянно ходим, покупаем продукты. Там тоже общежитие, вот. Это лесные общежития. Вот одно общежитие, второе. Но там идет усовершенствованные, то есть блоки. Можно сказать, как однокомнатная квартира. Поэтому холодно, зима, сидим дома и пьем чай. Yeah.
помочь. А все, уже. Ой! Настя, ты где побежала уже? Настя, а ты знаешь, качели маленькие? Они маленькие. И вот зима. Вылазь уже. Ой, кошмар. Вылазь! Ты не замерзла? Нет. Подожди, так и стой. Так и сиди. Сиди, сиди. Сиди. Вылазь оттуда. Я не могу, нога растет. Мама нас убьет. Ну. Можно домой не появляться. Давай вылазь. Ну, здесь структура, структура здесь по этажам. Я держу здесь балкон, да?